Официально производство SL65 AMG черной серии было начато в 2006 году. Однако этот автомобиль является результатом 40-летнего опыта фирмы. Один человек, один двигатель. Каждый из 6-литровых двигателей AMG V12 с двойным турбонаддувом собирается вручную одним из инженеров. Для оптимизации соотношения мощности к весу мощность была увеличена до 661 лошадиной силы, а вес машины уменьшен на 250 килограммов. Весь кузов AMG черной серии был переработан. Неизменными остались лишь двери и боковые зеркала. Благодаря более широкой базе и большому заднему спойлеру из углепластика, впервые применяемому на автомобилях Mercedes AMG, улучшается равновесие, и машина приобретает устрашающе агрессивный вид.
Я на хвосте у этих машин. Эти ребята, похоже, не собираются останавливаться. Веду преследование. Колеса с шипами не сработали. Центральная, запрашиваю поддержку с воздуха. Nissan Spec V есть в продаже только у 7 дилеров Nissan в Японии. Автомобиль позиционируется как авто для энтузиастов.
готовых платить за фактический гоночный автомобиль, разрешенный к эксплуатации на дорогах. ТТХ, сопоставимые с показателями суперкаров, достигаются за счет использования 3,8-литрового V6 с двумя нагнетателями, а также гоночных подвески, тормозов и колес. Новаторская система регулирования наддува добавляет крутящий момент, что позволяет входить в поворот на повышенных передачах. Отличительными чертами этой модели являются задний спойлер из углепластика, особая решетка радиатора, тормозные шланги и уникальный цвет кузова Ultimate Black Opel. Бескомпромиссный гоночный подход виден во всем. Картину довершают 20-дюймовые легкосплавные диски и титановый выхлоп. Сработано.